Вітаємо глядачів програми «Сканер Кочеткова». В ефірі, як це не дивно, я, Олександр Кочетков, а гістя студії – Анна Тимошенко, юрист, економіст, стратегічний консультант і не тільки. Ну, спочатку у нас така хитра схема, і ми, значить, плануємо познакомиться с человеком, которого мы приглашаем в студию. Мы знакомы, это хорошо. Мы будем спілкуватися російською мовою. Да, я так думаю, что так хорошо. Будет. Во всяком случае, я так готовился. Задаем разные каверзные вопросы, на которые главное требование отвечать максимально кратко, ну и по возможности... Можно да нет. Не, ну так не... Но по возможности искренне. Не как наши политики и все... И даже не как юристы. То есть искренне. Искренний юрист, это проф. Сделаю все, что смогу. Да. Пробы. Ваша фамилия Тимошенко вам в жизни помогает или наоборот? Не мешает. Не мешает, но и не помогает. Ну и не помогает. Нейтрально, да? Абсолютно. Вот какая досталась? Это же один раз у меня была смешная история в славном городе Донецке, когда... на ресепшене одного очень известного отеля интересовались, не родственница ли я Юлия Владимировна. Вот. А, в общем, это была единственная история. Тимошенко фамилия очень распространенная в Украине, я же совершенно нейтральная. Ну, вы работаете с большим бизнесом. Вопрос. В бизнесе большом бывают, встречаются порядочные люди? Конечно. Порядочные люди встречаются что везде. Что они там делают? Ну, вопрос, а чем измеряется порядочность человека? Ну, это чувствуется. С моей точки зрения, бывает. По крайней мере, люди, которые держат слово, таких я встречала немало. Уже элемент порядка, безусловно. Что для вас главное, самореализация или семья? Профессиональная самореализация или гармония в семье? Любая самореализация, семья – это тоже самореализация. Здесь нет приоритетов. Профессиональная работа, нет, здесь нет приоритетов, это вопрос сбалансированной, гармоничной позиции женщины. И сейчас? Она сбалансирована. Вполне. Счастливые люди. О, замечательный вопрос. Сам придумал, сам удивляюсь. На кого больше похожа Украина? На Винни-Пуха, Пятачка, Кролика или на Ослика и Ая? Я думаю, что в этой славной сказке не придумали такого персонажа, на которого похожа Украина. Вот умненькая, как кролик, не. И такая вот. Или грустная, как я, которая все время у него что-то не в порядке. Вот эти. У нас... Это смесь. И это вопрос момента. Иногда мы просим денег, и тогда мы похожи на кого? Ну да, на ослика. На да. ослика. Иногда мы грустные, иногда мы веселые. Ну, нет такого персонажа. Это состояние момента. О, насчет денег. А бывает ли столько денег, что можно сказать, достаточно, больше не надо? Или нет такой суммы? Это вообще неправильная философская позиция. Бывает ли столько денег? Чтобы сказать, больше хватит. Нет. Нет смысла даже так расценивать позицию денег. Деньги – это средство для достижения цели. Денег... Нужно ровно столько, сколько необходимо для достижения конкретной цели. Потом появляется новая цель, нужны новые деньги. Чем больше цели, тем больше нужно денег. Разве этому есть предел, чтобы сказать «хватит»? Ну, вообще такие люди есть. Нет. Отставляют все в сторону. А это вы имели в виду по поводу денег конкретному человеку? Да. Я-то уже решила о стране. Нет, просто я конкретный человек, имеется в виду... Да денег всегда достаточно. Их всегда достаточно. Понял, мы после программы обязательно обсудим эту тему, каким образом этого можно достичь. Кого больше недолюбливают люди, юристов или стоматологов? Ну и те, в общем, помогают, но... Наверное, юриста. Думаю, что юристов. Это специфичная профессия. Я сама к ней отношусь достаточно сдержанно, потому что это люди явно с профессиональной деформацией. Исходной или приобретенной? Приобретенной, в ходе профессиональной деятельности. А если можно, так все-таки отклоняясь от моего сканера. Это очень циничный взгляд на мир.
Ну что, у врачей то же самое. Думаю, что у юристов более цинично. Понял. Выяснили, счастье не только в деньгах, а в чем еще? В гармонии, в самореализации, в любви, в жизни, в конце концов, самой. Что же все-таки наша большая беда? Дураки или дороги? Думаю, дураки. Дураки. Были бы умные, построили бы дороги. Если бы вы не жили в Украине, в какой стране хотели бы жить? Я обожаю Барселону. Я бы... Испания? Да, вот не поверите. Барселона – это не совсем Испания. Это Каталония. Да. Я бы даже не рассматривала страну, я бы рассматривала вот этот конкретный город. Я его просто очень люблю. Кухня не очень. А мне нравится. Какая-то европейская очень, не испанская. Ну, вот, все вот, уже вот, усыпили. Вы задали вопрос, я как считала правильным, так на него и ответила. Диспут неуместен, понял. Ваши дети будут учиться здесь или за границей? Если к тому моменту, как мой ребенок закончит школу и будет поступать в высшее учебное заведение, мы реанимируем систему высшего образования, да, ребенок будет учиться в Украине. Если не реанимируем, то он уедет, получит образование и вернется уедет в Украину. Уедет в Барселону. Если бы в Барселоне был вуз. На самом деле место, где он будет учиться, зависит от того, какую профессию он выберет. Где это будет лучшее образование, то там и будет учиться. Вернется в Украину, чтобы применить свои знания. Именно так я его и настраиваю. Ну, наши сканер питання завершені. Нагадую, ви дивитесь програму «Сканер Кочеткова». Повернемось за хвилину. Школярі з Криму, здобудьте освіту в Україні. Оберіть найкращий для вас варіант. Звичайна процедура. Здавайте ЗНО ДПА в одній з трьох сесій – в травні, червні, липні. Про свій намір скласти ЗНО ДПА в липні обов'язково повідомте до 21 червня. Спрощена процедура. Без здачі ЗНО. З 1 липня особисто подайте до освітніх центрів Крим-Україна заяву, освітню декларацію та свідоцтво про народження, незалежно від віку. Складіть ДПА з української мови та історії України. Отримайте довідку уповноваженої школи. Довідка дійсна 3 місяці. Її необхідно замінити на атестат свідоцтво. Подайте документи для вступу до 24 липня та складіть один вступний іспит. Прийом документів для професійно-технічних навчальних закладів до 31 серпня. На YouTube-каналі фонду «Відкрита політика» проводиться курс з української мови і літератури та історії України. Друзі, не зупиняйтесь перед своєю метою. Україна чекає на вас. В ефірі програма «Сканер Кочеткова», гістя студії Ганна Тимошенко, юрист та економіст, консультант великого бізнесу. Так що все-таки відбувається в країні і чому ми так живемо, як ми живемо? Це достатньо складний такий вопрос, да? Мой скромний взгляд на этот... Ні, ми живемо хорошо или плохо? Чтобы вот это разбить по кусочкам. Можно ли сказать, мы живем? Страна. Каждый человек живет так, как он живет. Кто-то считает, что он живет хорошо, кто-то считает, что он живет плохо. И, собственно говоря, жизнь каждого человека зависит только от него самого, а не от страны. А вот уже наше понимание, да, нашей жизни в общей сумме образует некое такое вот пространство, в котором живет страна. Хорошо, я так со стороны юридической, условно говоря, за это. Вот человек сидит на скамье подсудимых, и ему там светит пожизненное заключение, а то ли там, не знаю, 15 лет. Можно ли? То есть плохая перспектива судебного его рассмотрения. Это смотря для кого, если он вор. Нет, то для него, для него прекрасная лично. Перспектива, все относительно. Для вора зона – это дом родной. Ну, а с точки зрения всех нормальных людей, ну, это нехорошо. Можно ли говорить, что его судьба удалась? Да вряд ли. Ну, я считаю, тем более, что туда не хотел. Мы вообще не имеем
права высказывать свое мнение по поводу того, удалась ли чья-то судьба. Давайте каждый будет говорить о своей судьбе, и тогда, возможно, и в стране что-то поменяется. Мы очень часто критикуем других людей и жизнь других людей, их взгляд на мир, вместо того, чтобы посмотреть тогда на себя. Тогда я буду апеллировать к экономисту. Валовый национальный продукт падает, уровень инфляции растет, бюджет все время с дефицитом и так далее, и так далее, и так далее. Это не есть хорошо. Вот ну, есть, безусловно, определенные обстоятельства, общие для всех, и ситуация в стране общая, не слишком такая оптимистичная. А что значит, почему мы так живем? Ну, в общем-то, частично, потому что... Это карма или это... Власть или это злой умысел? Ну, чей злой умысел? Мы живем так, как мы достойны жить. Да, как мы заслуживаем, как мы видим свою жизнь, по сути говоря. Мы все считаем себя жертвами, вот, собственно говоря, мы и живем как жертвы. Поэтому тут весь вопрос, а почему мы так себя чувствуем, и почему мы из этого ментально никак не можем выбраться, да? Ну, с моей точки зрения, это частично результат советского, постсоветского наследия, да? Угу. Потому что, к сожалению, нас так воспитали, наших родителей так воспитали, что мы обязаны подчиняться требованиям государства. При этом у государства в свое время был определенный аппарат, чтобы принуждать людей подчиняться. Да, да? Кое-что осталось. Нет, я не вижу такого прямо здесь аппарата. Остался страх в голове людей. И нежелание, вернее, ну, может быть, не то, что нежелание, а неспособность выйти за рамки вот этого шаблонного мышления и двинуться дальше и занять более активную позицию. Но по большому счету сейчас уже нет и тех мер принуждения, которые были в Советском Союзе, и тех рамок, которые были в Советском Союзе. Рамки-то тут остались, да? А рамки остались в голове. Ну, в общем, я очень рассчитываю на то, что людям, которые уже как-то прорвали этот уровень сознания, вышли на какое-то новое понимание жизни, удастся скучковаться, сгруппироваться и, возможно, донести до еще какой-то части населения, что уже давно пора. Можно я буду наивным? Я постараюсь. Вот в моем наивном представлении большой, крупный, средний там бизнес, отчасти малый, это люди прорывные, это люди самостоятельные, это люди активные, это люди думающие. Это авангард, по идее, должен в наших условиях, джунглей, должен быть авангард. И этот авангард, он не только должен там считать бабло, я извиняюсь, он должен думать и о будущем как-то стратегически, ну, бизнес обязывает планировать стратегически. То есть люди связаны со страной, и они должны думать. Да, бизнес должен быть социально ответственным. Это вкладываться в будущее, потому что от этого зависит их личный бизнес, их личное благосостояние. Сбежать, если что-то начнется, люди там тушками успеют, но бизнес-то останется. Пардон. Согласна с вами. Это, если это происходит, расскажите. А если не происходит, не видно наружу, то почему? Это достаточно тоже сложный вопрос. Есть действительно социально активный бизнес, социально ответственный. Я вижу некие объединительные процессы в рамках страны уже происходят. Но все же, к сожалению, на мой взгляд, такой активности бизнеса недостаточно. Что касается крупного бизнеса... Вы сказали, бояться нечего. Бояться нечего, на самом деле. То есть нечего. Мозгов, ответственности, чего не... Нет, ну это же... Почему вы решили, что... Крупные и средние бизнесмены чем-то отличаются по своей ментальности от обычных граждан. Они преуспели. Они, да, у них психология более успешных людей, вне всяческих сомнений. Но это не значит, что более ответственных. Это же немножко разные категории. Да? Что касается ответственности, то тут ведь крупный бизнес, он вообще очень зависим от государственной системы. Просто зависим от государственной системы. Он частично и формирует эту систему, как ни смешно. И как же ж можно сломать то, что формировал долгие годы, в чем научился жить,
и вполне, вполне комфортно существуешь. Но тут, понимаете, какое дело? Сарай начал, стенка начала крошиться, да, надо да, ее подпереть. Тоже надо, надо ее подпереть. Бизнес тоже мало-помалу начинает вести себя более активно. Вне всяческих сомнений, более активно. Другой вопрос, что да, с моей точки зрения, этого недостаточно. И в стране еще, с моей точки зрения, опять же, не появилось настолько сбалансированного проекта, который убедит, политического проекта, который убедит бизнес встать и стать рядом. Это честно. Нет, вот это честно. То есть нет, но это правда. Люди... Есть вот, вот какие-то проекты, может быть, достаточно социально значимые, но для бизнеса неубедительные. Неубедительные. Возможно, нет, это честно. Спикеры не донесли еще до... Это честно. То есть, если он не видит, во что инвестировать, да? Ну какой с него спрос? Продукт, который нам предлагают, как, неубедительный. Моя одна приятельница говорила об одном очень крупном нашем бизнесмене. Мой патрон не венчурный капиталист. Ну это правда. Вот я тут рассуждал. Сильные мира сего не венчурные капиталисты. Да я про это. Вот это вот такой подход, это украинский девелоперский бизнес, когда уже там что-то до третьего этажа вылезло из земли, он тогда начинает присматриваться, а не перекупить ли это, поскольку это вроде какой-то... Да? А вообще-то социальный ответственность должен вкладываться на уровне, ну если не нулевого, ну, этажа, то проекта. По-другому. Что значит бизнес должен вкладываться? А что мы хотим? Мы хотим, чтобы бизнес вложился в очередных политиков, да, и потом с них потребовал преференции. Боже, это ну, а мы сто раз проходили. А как? Весь же вопрос, как выглядит вот эта конструкция, да? В идеале, на мой взгляд, бизнес должен был бы вложиться в развитие гражданского общества, поскольку... Развитие гражданского – это рост покупательной способности. Согласна по факту. Согласна с вами. Но внутренний теперь вопрос рынок. Конструкции. А как бизнес должен вложиться? Так пускай предлагают, он же бизнес. Не, подождите. Что значит? Пускай предлагают, они умеют, он стой. Же бизнес. Нет. Дело в том, что тут тоже надо понимать, во что конкретно и во что вкладываться. В какие институты гражданского общества. Я, допустим, знаю, бизнес разработал валом-валом разных доктрин экономического развития. Да? Тратит свои деньги и там рисует эти программы. Их там больше 20 в Украине разработано. Весь вопрос, что из них сработает, чьи они там прорывные, непрорывные, можно 350 раз об этом говорить. Но, да, бизнес вот потратился на это, что-то сделал. А что касается институтов гражданского общества, вы знаете, в чем дело? С моей точки зрения, тут усилий бизнеса недостаточно, ведь это вопрос влияния на сознание, подсознание населения страны. И тут денег бизнеса, может, и не будет достаточно. Я бы сказала, что скорее тут очень важен доступ к медийным ресурсам. Вот это там определенные бизнесмены могут... Полностью, посодействовать в этой истории. Тут я согласен. Но вот как с моей точки зрения, опять-таки, дилетантской, ну, почти дилетантской, как выглядит система? Вот люди видят, что условия бизнеса неустойчивые, не очень. Ну, понятно, что никто не хочет вкладываться в Украину, поскольку что здесь произойдет завтра, ну, трудно прогнозировать. Зона рискованных. Ой, МВФ вкладывается. МВФ вкладывается совсем, даже не потому. И спасибо. Я понимаю. Если с этим удастся разобраться... Мне бы тоже очень хотелось. Да, разобраться внимательно с этими вложениями. Вот про Исландию, которую мы там частенько вспоминаем, как успешную страну, прошедшую трансформацию и обновление, так они послали МВФ, извиняюсь, подальше. Мы пока не можем, это объективно. Так вот, бизнес видит неустойчивую ситуацию, бизнес разрабатывает вот эти украинская бизнес-инициатива, там, УСПП и все прочее, они собирались, разработали некую программу экономики, тоже замечательно. Окей, дальше, чтобы власть начала реализовывать то, что им нужно, давайте мы создадим инструменты влияния на власть. Средства массовой информации, общественные... То есть они же умеют это делать, когда им нужно пролоббировать какой-то закон, там, кусок да? бюджета. Да, я бы очень бы... хотелось бы надеяться, что крупный бизнес, в руках которого сосредоточен медийный ресурс в этой стране, поймет, что дальше игнорировать институты гражданского общества нельзя, нужно помогать.
Потому что только через институты гражданского общества вообще тут что-то сдвинется. Мы можем 350 раз менять инвестиционный климат, создавать рабочие места, но пока у нашего общества будет потребительское отношение к государству, к бизнесу, да, а оно такое и есть. Государство должно меня обеспечить, бизнес должен меня создать, все должны мне заплатить, мы никуда не двинемся. Это мое твердое убеждение, что вообще корень этой истории лежит в самом населении страны, а не в государстве или в бизнесе. Это такой триумвират. Я услышал, вот вы сказали, я очень надеюсь, что крупный бизнес, когда юрист говорит, я очень надеюсь, это почти что уже все решено, если он говорит такую. Вот я очень надеюсь, что я правильно расшифровал этот месседж. Нагадую, вы дивитеся программу «Сканер Кочеткова». Повернем в студию за хвилину. Фестиваль «Червона рута» відкриває нові зірки, дає шанс молодим і невідомим стати популярним, модним і хітовим. Рокери і денсери, барди і поп-музиканти. У цьому році в усіх обласних центрах України відбудуться відбіркові конкурси фестивалю «Червона рута». Головна вимога участі – три пісні українською мовою і жодних вступних внесків. Про відбірковий конкурс фестивалю «Червона рута» у вашому місті дізнайтесь на сайті «червонарута.інфо». Ви дивитеся програму «Сканер Кочеткова», гістя студії Ганна Тимошенко, юрист, економіст, консультант з стратегічних питань великого бізнесу. Есть у нас шансы вырулить из той ситуации, которую вы оцениваете как сложную, а я как просто катастрофическую, с большим бизнесом, с малым, там, просто без него? Ну, конечно, есть. Иначе, поверьте мне, если бы я не видела никаких шансов, я бы уже собрала чемодан и уехала из этой страны. Почему не уезжаем? Потому что я искренне считаю, что, во-первых, у Украины не просто есть шансы, а чем больше думающих, профессиональных людей здесь останется и будут прикладывать свои усилия для изменения ситуации, тем быстрее мы сдвинемся. Поэтому я не уезжаю. Я хочу развивать эту страну, я хочу быть полезной здесь. Где родился, там и пригодился. К сожалению, нетипичная ситуация. Я же начинал, когда мы начинали с вопросов, то вопрос, дети учатся за границей или где, это очень распространенная вещь. Тут ничего не поделаешь. Но мой ребенок пока здесь. Но он еще, ему 12 лет, он еще не в том возрасте, чтобы решать вопросы образования за границей. Но в любом случае, даже если он будет получать образование за границей, он вернется сюда. И я сама получила первое высшее образование в России, в Москве, и вернулась обратно в Киев. А много ли в вашей бизнесовой, около бизнесовой среде вот так же думающих, настроенных по отношению достаточно к Украине людей? Достаточно. Ну, это иллюзия, что тотально все уезжают. Это иллюзия. Нет, остается. Ну, тотально все об этом говорят. Ну, мало ли кто что говорит. В моей среде людей, которые уезжают, не так много. Анна, у меня вот такой возникла идея возникла. Вот мы начали говорить, поездки по стране, агитация, формирование гражданского общества, агитация, там, новый общественный договор. Может, мы не тех агитируем, не туда. Может, надо проагитировать бизнес, собрать его там в одном большом зале, 300 там, и проагитировать их, а не то население. Может быть, это будет эффективнее? Ну, я считаю, что нужно делать и то, и это, на самом деле. Просто это разные посылы, это разные точки входа, да, в сообщество, потому что на самом деле у бизнеса интересует что? Какие выгоды бизнес получит от этих вложений? Они вроде как и очевидные, да? Капитализация... Вроде очевидно, и тем не менее, мой патрон не венчурный капиталист.
Ну, поэтому... не твой, а это патрон твоей подруги. Да, патрон моей подруги. А то поэтому... подключились. Моей приятельницы, да. Поэтому тут нужно, да, нужно рассказывать, доносить, показывать. А их это интересует? Или они настолько глубоко в своих проблемах? Бизнес? Да. Ну, это не может не интересовать. Потому что я вот смотрел, когда завтра вот это было. Здесь рванет во всей стране, и все вынуждены будут встать и выйти вон, а вся собственность останется здесь. Это не может никого не беспокоить. Это, знаете, как тоже было несколько клиентов, общение с клиентами. Вы знаете, говорит клиент, единственный бизнес, который сейчас можно начинать, это так, чтобы вот встать, забрать с собой флешечку и увезти. Ну, это, конечно, хороший подход, и, в общем, это инновационный бизнес, это прекрасно. Но пока и маем уж и маем. Нет, вот я бы предложил очень хороший бизнес, ну, на ближайшие там полгода, максимум год. Это такая гарантированная скоростная доставка в аэропорт и вылет за границу. Очень дорого, очень дорого. Ну, я вам скажу, я партнер юридической компании, да, и мы, понятно, что юридической компании, юридический бизнес – это сервис. Мы развиваем компанию. Мы все равно ее развиваем. Поэтому нельзя сказать, что все сворачивается, да? Да сейчас самое время начинать новый бизнес, вот я убеждена. А на самом деле, да, если удастся то, о чем мы сейчас говорим и чем занимаемся, то есть перезапустить страну. Перезапустить страну – самое удобное время. Те, которые будут первыми, да, окажутся в лидерах. Да. Это в некотором, в хорошем смысле, как пирамида, да, финансовая. Те, которые у истоков пирамиды, большой прибыли, это те, которые подтянулись, у них проблемы. Ну, я знаю очень много людей, которые сейчас рассматривают бизнесовые предложения, ищут новые проекты. И с моей точки зрения, действительно, такая точка входа, а то, что общественные процессы запустились и будут двигаться, вне всяческих сомнений, я уверена, что... И вот эта вот коалиция «Народная конституция», да, занимается... своим делом тоже очень-очень полезное дело, нужное. И другой вопрос, что такое людям может быть не совсем понятно, что такое новый общественный договор. Объяснять? Да, нужно. Необходимо объяснять, но важна еще социальная активность и самих людей. Я абсолютно убежден, что как только появится такое общественное движение, какая-то группа активистов, мы все общаемся между собой, то вот у одной группы появится заметный ресурс, заметная поддержка, ресурс в широком смысле, околополитическое, общественное влияние, финанс, все остальные ломанутся, монументально подтянутся, и все остальные начнут вкладываться в этот процесс. Я тоже так думаю. Так что... Я тоже так думаю. Ну, будем надеяться. Кто окажется, сейчас очень много конкурирующих движений, кто окажется на гребне волны, хотя среди них, конечно, конъюнктурщиков очень много, вот тот и победит, кто окажется на гребне волны. Я понимаю, что бизнес, о котором мы все время говорим, он как бы там немножко наблюдает, да? Со стороны, выжидает, хотя от него хотелось бы там опережающих больше действий. Больше активности. Ну, много при этом власть-то действует на опережение. Власть готовится ко всем этим сложностям, о которых мы говорим. И как раз власть может оказаться наиболее подготовленной. Ну, я не совсем понимаю, как власть, честно говоря, готовится к этому. И вообще, к чему тут можно особенно подготовиться? Ну, как усиливают силовиков. Усиливают чего? Репрессивные аппараты. И вертикаль правоохранительных органов. Презумпция правоты. Это все оттуда. Ну, они просто показывают, насколько это не жизнеспособная система. Они доваливают, на самом деле, государственную систему вот уже до полного абсурда. Ее доводят. У нас никогда так не было, чтобы вообще все рычаги власти стеклись к одному человеку. Ну, никогда так не было. А сейчас у президента, ну, разве что местное самоуправление еще в каком-то крошечном виде сохранилось нецентрализованное. Ну, потому что не заметили, не считают нужным. Потому что задавить конкретно взятого мэра с точки зрения центральной власти сейчас это элементарно. Ну вот
такая прословичка осталась. Остальное все уже централизовано. Генеральный прокурор, президентская креатура, премьер-министр, президентская креатура. Вся судебная система уже стала вот просто в ружье под президента. Ну, понятно, централизованная власть. Ну, может, как раз это и будет, ведь уже, собственно говоря, у нас за последние годы очень большой запрос социальный на доброго царя. Ну, давайте посмотрим, как будет выглядеть наш добрый царь, у которого уже полностью вся, да, вся власть сконцентрирована в руках. Может, это к чему-то научит все-таки людей, что... Эксперимент не имеет смысла, ибо уже... Это не эксперимент, тут не наша с вами воля, давайте, Игорь, да? Да как? Ну, вот так мне получилось? С точки зрения технологической очень нравится, когда вся эта власть, все эти рычаги запакованы в одну коробку большую. И полное отсутствие политической ответственности у человека. Ну, тогда эту коробку можно взять и вынести в другое место, и убрать ее в чулан навсегда, там, в запасники музея. Ну, дай бог, но от того, что мы поменяем персоналию, не от персонали, этого смещения... Я говорю, запаковать этот весь правильно, ящик с инструментарием. Правильно, но для того, чтобы этот ящик инструментария запаковать, нужно, чтобы люди хотели его запаковать. Чтобы электоратик наш поднял руки за то, чтобы это запаковать. А для этого чего надо? Чтобы люди осознали, что вот эта конструкция не жизнеспособная. Ну хорошо, вот им сейчас показывают, она не жизнеспособная. От такой конструкции ни стране, ни людям ничего позитивного. Поэтому как раз, на мой взгляд, максимально конструктивный президент. Максимально конструктивный президент в смысле того, чтобы... демонтажа. Да, система. Неэффективной, да, действующей постсоветской системы. Да. Наш же второй претендент на памятник от свободной, демократической, суверенной Украины. Первый – это Владимир Владимирович Путин. Ему памятник за то, что он объединил нацию в противостоянии российской агрессии. А второй – это Петр Алексеевич Порошенко, да, который всем своим, так сказать, героическим трудом сделал, так сказать, способствовал построению реально эффективного демократического государства. Замечательная тема. Нагадую, мы дивимось программу «Сканер Кочеткова». Повернемось за хвилинку. Школярі з Криму, здобудьте освіту в Україні. Оберіть найкращий для вас варіант. Звичайна процедура. Здавайте ЗНО ДПА в одній з трьох сесій – в травні, червні, липні. Про свій намір скласти ЗНО ДПА в липні обов'язково повідомте до 21 червня. Спрощена процедура. Без здачі ЗНО. З 1 липня особисто подайте до освітніх центрів Крим-Україна заяву, освітню декларацію та свідоцтво про народження, незалежно від віку. Складіть ДПА з української мови та історії України. Отримайте довідку уповноваженої школи. Довідка дійсна 3 місяці. Її необхідно замінити на атестат свідоцтво. Подайте документи для вступу до 24 липня та складіть один вступний іспит. Прийом документів для професійно-технічних навчальних закладів до 31 серпня. На YouTube-каналі фонду «Відкрита політика» проводиться курс з української мови і літератури та історії України. Друзі, не зупиняйтесь перед своєю метою. Україна чекає на вас. В ефірі «Сканер Кочеткова», з нами студія Ганна Тимошенко, юрист, політичний консультант, стратегічний консультант великого бізнесу, економіст. Час підсумків певним чином нас певно добігає до підсумків. Так от, що треба робити в першу чергу? Юридична система защиты, продумывается план шагов, яким образом ми будемо достигати результату. Результат как бы понятен. Нам надо переустройство государства. Я считаю, тут важны три составляющие в этой истории. Ну, первое, безусловно, это через гражданское общество. Причем я имею в виду гражданское общество как в узком, так и в широком смысле.
смысле, да, если мы говорим в узком смысле, это некий такой консолидация гражданской активных граждан с активной гражданской позицией в какие-то общественные движения, продвижение их идей, то гражданское общество в широком смысле у нас в Украине еще не существует, его надо еще формировать. Это только частично сформированные некие слои, да. Это продвижение, собственно, вот этих правильных идей гражданского общества на все население. Это поднятие уровня сознания людей. Это пробуждение, собственно, потому что мы же понимаем, что после Майдана очень высоко... Я прошу прощения, уже не Майдан, революция гидности. Ну, Майдан остается, понятно. Очень высокий уровень разочарования. Вот это надо преодолеть. И надо выйти на вот такой, да, на новый уровень все-таки и гражданской активности, и осознания себя как граждан и страны в целом. Второе, это все же бизнес, который должен объединиться. Тут даже дело не в том, что он должен профинансировать какое-то развитие гражданского общества. Я бы скорее... сказала, что должен сформировать вот эту самую программу экономическую. Гражданское общество тут никак не поможет в этой истории экономического развития страны. Но ничего пока прорывного я, к сожалению, не увидела в тех программах, которые видела. Хотя говорят, там не существует таблетки, не существует пилюли. Тем не менее, с моей точки зрения, есть люди, способные такую доктрину создать, продвинуть ее. И когда бизнес вместе с гражданским обществом будет продвигать вот эту историю и активной позиции и экономического развития, вот это и даст такой эффект давления, возможно, на власть, а возможно и перезапустит саму систему, потому что мы же понимаем, что власть всегда отвечает ожиданиям общества. Общество поменяет свои ожидания, поменяется власть и поменяется... Вот. А люди, которые способны двинуть экономику страны на качественно новый уровень, они, безусловно, должны прорасти из бизнеса. Потому что бизнес четко понимает, где и что, и кому, и чего не хватает. Да? Ну, отдельно я, безусловно, сказала бы о судебной системе. Потому что это такая вот... Я с судами работаю 20 лет, и при этом я не могу четко сказать, как бы я хотела видеть судебную систему. Потому что, наверное, мир еще такой не придумал, которое для Украины будет приемлемо. Вроде делаем одно, оно как-то выгибается, да. Да, в ту же позицию. В данном случае... Невозможно построить идеальную судебную систему в коррумпированной стране. Вот как ни крути, все равно тут вопрос не самой судебной системы, а правоприменения. Или возникнет справедливая судебная система, или пойдут народные самосуды. Так она возникнет все равно из сознания. Да, возможно, и начнут самосудить судей. В числе первых попадут судьи. Мы пытаемся создать проекты альтернативных систем. Ну, посмотрим. Но вы лично готовы участвовать во всех этих преобразованиях? Да, конечно. Это замечательно. Конечно, готова. Я занимаюсь достаточно. Вот это хороший финал нашего разговора. Наша программа, на жаль, добігла фіналу. Все закінчується, програма також. На моєму внутрішньому скамені позитив. Ганна була щирою, відвертою. Але я зрозумів, що займатися перетворенням, перш за все, доведеться громадянському суспільству, самому. Інші потім долучаться до цього процесу. Але чи правиє, чи ні, вирішувати нашим телеглядачам, громадянам України. І наостанок, тут у мене заготоване щось на зразок афоризму. Що таке патріотизм з бізнесової точки зору? Справжній патріот – він намагається отримати прибуток з зростання батьківщини, а не справжній з її падіння. Тому будемо справжніми і прорвемося.